Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Почему мне попадается один и тот же типаж мужчин, разведенный с тремя детьми? Именно тремя, естественно, у них денег лишних нет, хотят у меня сидеть на шее и посадить своих детей и свою бывшую тоже. Я их не выбираю, дальше одного-двух свиданий с ними не заходит, но почему они мне встречаются в основном? Как ни парадоксально, ответ заключается, собственно, в вас, а конкретнее в том, как вы в целом формируете как бы свой выбор мужчин. Вот. То есть это, иными словами, речь здесь идет о том, как вы приходите к, ну вот, к тому, да, чтобы вот с мужчинами взаимодействовать. Ведь дело как бы в том, что если вы, ну, выходите на свидание, да, вот, то, на мой взгляд, вы это делаете, ну, вряд ли случайно. То есть, свидание – это такая история, что некое такое, ну, можно сказать, что обособлено поведение, да, для того, чтобы найти, ну, найти мужчин, грубо говоря. Вот. И в общем и целом, на мой взгляд, ситуация, она в этом, в принципе, и заключается. То есть, ну, в общем и целом, мне кажется, что ситуация заключается именно в том, как конкретно вы приходите к тому, чтобы с мужчинами встречаться. Сюда входит все. Сюда входят ваши предпочтения, как вы выбираете. Сюда входят ваши ожидания от, ну, от мужчин. То есть вот чего я, ну, чего я жду от, ну, от человека. Вот. То есть это все достаточно сильно, на мой взгляд, влияет на то, как вы оказываетесь рядом с такими людьми. Ну, вот. Поэтому, конечно, я бы в какой-то степени предложил бы начать с того, чтобы определиться, вот, ну, у вас какая цель. Когда вы на свидание идете. Почему так, например, получается, что вы ищете, ну, грубо говоря, мужчину, да, именно вот на свидание, да, то есть, ну, пытаетесь найти мужчину именно на свидание. Вот. А не, допустим, в процессе, там, к примеру, ну, занятия какой-то деятельностью, вот, то есть вот такого, чтобы, ну, чтобы между вами и мужчиной было что-то общее. Вот. Такого вы как будто бы не делаете. И, на мой взгляд, это очень
важный момент. Вот, на мой взгляд, это очень важный аспект, потому что он, по сути дела, затрагивает основания, скажем так, вашего поведения, основания для вашего поведения. Вот. Это очень важный момент, и, как мне кажется, именно на него и нужно вам в первую очередь обратить свое внимание. Вот. Вот, в принципе, здесь как бы и кроется, на мой взгляд, ответ на ваш вопрос. Вот. Конечно, есть и другие аспекты в этой ситуации. Вот. Какие? Ну, например, если это мужчина большей частью вот такие, как вы говорите, то есть, ну, люди, там, грубо инфантильные, да, вот, такие, вот они, хотят сесть вам на шею, да, как бы у них есть некоторая, так скажем, ну, проблематика, связанная с личными границами, да, то есть вот хотят, ну вот, вам сесть на шею, то, ну, совершенно очевидно, что это люди, которые проявляют больше внимания, так скажем, к своим потребностям, да, к своим желаниям. Это люди, которые пытаются в той или иной степени обойти от идеи ответственности. Вот. И, соответственно, я могу предположить, что в той или иной степени вас ответственность, которую, ну вот, вы непосредственно на себя, ну, можете брать. Вот. Вас эта ответственность тяготит. Вот. То есть, слишком вас много в её жизни. Вот. И, соответственно, исходя из этого, вы выбираете себе людей, которые как-то вот вам откликаются. Вот. Это вопрос связан именно вот с личными границами. Вот. Ну, например, если вы, допустим, склонны все контролировать, да? Ну, к примеру, вы склонны все контролировать, вы склонны держать руку
на пульсе, так скажем, вот. Ну, если это так, то вы выбираете мужчин помягче, выбираете мужчин таких вот, вероятно, не сильных, ну, по впечатлению, либо наоборот, ищите кого-то посильнее, чтобы, ну, вас как-то вот обезопасили в этом смысле. Вот. Ну и тут ошибаетесь. Лично я думаю, что дело в том общем, что вас связывает. То есть, да, вне всякого сомнения, присутствует сценарий, вот этот сценарий, ну, может проявляться, в частности, в том, что вы думаете о мужчинах, в частности, этот сценарий может проявляться в том, как вы позиционируете себя как женщина, да, вот, то есть, ну, довольно много может быть элементов, довольно много может быть моментов. Я думаю, что нам с вами, ну, конкретно сейчас, это не так важно, как важно немножко другого. А именно, нам важно, чтобы вы увидели, с каким намерением вы ходите на свидание и почему. Вот. Это самое важное. То есть нам самое важное увидеть, да, что для вас означает свидание, что вообще такое свидание. И постараться увидеть, что именно на свидание или по знакомству как бы приходит определенный тип людей. Вот. Определенный тип людей приходит на свидание. И этот определенный тип людей, вот что тоже, что достаточно важно понять, что этот определенный тип людей как бы приходит, да, не случайно. Вот. И, конечно, ну, можно в той или иной степени говорить о том, например, что, ну, что вам не повезло, да? Вот. Ну, можно, конечно, говорить об этом. Ну, в принципе, можно говорить о том, что не повезти может еще, ну, довольно долго. Вот, понимаете, как бы, в чем здесь штука. Вот. Поэтому я бы, конечно, пересмотрел бы именно свой подход. Вот. Еще очень важный момент, как бы, ну, вашего поведения. То есть очень много зависит от того, как вы себя позиционируете. Вот. То есть, опять же, если вы позиционируете себя как человек, который, например, нацелен на серьезные отношения, то есть много внимания уделяете отношениям, вот это будет, ну, притягивать, скажем так, к вам, ну, конкретных людей, вот, определенных таких конкретных людей. Вот.
с определенными же, ценностями. Вот. Не потому, что люди какие-то плохие, да, и так далее. Нет, а потому что, это как бы, причинно-следственная связь у нас здесь вот такая, такого рода. Ну, вот. И вот вы еще говорили про типаж, да, типаж. Что такое типаж? Ну вообще, что такое типаж, например, для меня? Что для меня означает, когда человек говорит про типаж? Для меня это в первую очередь означает, что человек не подходит к общению с, с мужчинами, да, с людьми, как бы непосредственно. Вот, он как бы взаимодействует с ними через некую, так скажем, призму, что ли. Ну, вот, то есть некую призму, социального взгляда. Когда происходит такой момент, что вот это мне подходит, да, этот человек мне подходит, этот человек мне не подходит. Вот. При этом вот это стереотипизация. Это стереотипизация своего мышления, вот, стереотипизация своего, восприятия, так скажем. Вот, и в общем и целом, конечно, хорошего в этом нету ничего. Вот, и опять же нужно понимать, да, что, за этими вещами, за этими аспектами, как правило, всегда что-то скрывается, то есть, ничего просто так не бывает. Вот, и, как бы, если, так происходит, да, если так случается, то, на это есть причина. На это есть причина. И, соответственно, наша задача, она заключается в том, чтобы эти причины, как бы чтобы эти причины выяснить, чтобы в этих причинах разобраться. Вот. Да, то есть вот такая вот история. Опять же, есть важный момент. Какой? Значит, дело в том, что вот вы говорите, да, что, хотят на меня там повесить. То есть, что значит, что значит хотят повесить? Ну, вот. То есть, как это понимать, хотя бы повесить. То есть, никто же вас не может, заставить, да? Вот. Кроме только вот. Если только вы сами. Как-то вот. От себя. Этого не ждете. Вот. Вас заставить никто не может. Вот. Получается, что вы находитесь в тревоге. Возможно. То есть боитесь, что вот опять встретится там вот этот вот не самый такой хороший, да, товарищ. Вот. Тревога, она влияет на
поведение на вашу искренность, на вашу естественность. Вот. И не способствует, мягко говоря, тому, чтобы вы чувствовали себя, ну, скажем так, в своей тарелке. Да? Вот. То есть тут это очень важно. Очень важно чувствовать себя, ну вот, в своей тарелке. Очень важно чувствовать. Вот. Ну, соответственно, если вы себя не чувствуете, если вам, у вас не получается как-то вот комфортно себя ощущать, вот, то само собой, разумеется, и людей вы будете как-то вот плюс-минус. Таких к себе притягивать. Вот. Не менее, и может быть, я уже об этом говорил, но все равно хотел бы повторить, да? Вот, как бы, вы чего-то конкретного хотите от человека. Или как? То есть, вот, допустим, да, вот чего вы хотите от гипотетического, ну, мужчины, да, то есть, вот, чего вы хотите, вот. То есть, чего вы ждете от него, на что, ну, рассчитывайте. Вот. Это все очень важно. Вот. Потому что вот на что рассчитывать, да, чего хотите, то, в принципе, как бы, то вы получаете. Только, ну, вот, не в такой форме, как правило, не в такой форме, в какой, значит, ну, хотел бы. Вот. То есть, то есть, как бы, форма, она другая. Поэтому, понимаете, вот, много достаточно вещей требует здесь своего рассмотрения. Своего рассмотрения, своего внимания. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Буду благодарен за обратную связь по нему. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.